Спасибо за подписку. Конечно. Жду завтра всех на... Да, завтра 5. В 5? Типа завтра же выходной считается. Нет, не принимаю. Я с беременными работаю. Саша, все, ждем тебя. Да, мы уже покушали. Покушали, сейчас уколы, тихий час. На выходных здесь на самом деле скучно. Нет вот этой движухи врачей. В СМП нет труда. Вопросы по поводу зарплаты я, в принципе, отвечать не буду. Ребятки, жду мороженки от вас. Привет, Николаев. Привет, я с Минска. Добрый сюда после пациентов. Тихий час, лежит, беда. Да. Да, реально, просто вот здесь. В этом роддоме просто лежи себе, там, вышиванием занимайся, чем хочешь. Да, свои копейки. Мне хочется, как бы, да, на всю страну. Мороженое поплывет, пока мы его сидим. Максим, ты же понимаешь, что тебе придется нести на всю команду нашу? Мороженое на все 18 человек. Привет, Украина, привет. У нас есть подписчик, который носит нам тортики. И всегда спала и ела вкусняшки. Правильно, так и надо было делать. На одно, там видно будет. На Бельского роддома, да. Все броки, спасибо. Ой, Аня, спасибо за мороженку. Ребятки, мне нужно мороженки. Мне нужно мороженки. Они очень большие. Дмитрий, спасибо за петуха. Мне нужно цель. Еще 3 штучки. 3 мороженки. Блин, я что, похожа на петуха? Зачешка. Спасибо за мороженку. Еще 2 штучки. Спасибо. Я сказала 2 кола, если я лучше отказалась. А там кола? Да. Один амхов? Да. Приятно. Я тогда там не делаю. Я сказала, Саша, да, привет. Покажи подругу. Не хочет, блин, показываться. Ну, сейчас мы ее, может, уговорим. Привет, Болгария, привет. Очень красиво, спасибо. Так, будем сейчас ставить новую цель. У нас еще не было. Сейчас мы немножко помолчим. Смотрите, какая Виолетта красивая такая. Ой, мои штаны. Ты поставила тут этот? Она вообще, в принципе, не будет. Угу. Она же писала бумажку, да?
Все. Я вернулась. Ну, у нас были просто процедуры. Так, сейчас я поставлю цель новую. Шоколадки будем давать теперь. Десятку. О, что я сделала? Десяточку давайте. Такс. Нет, внутри вены делали кольчик. Потом шляпку. Так, что это у нас здесь за... Да? Как будто это тот парень, который на арене мне также сказал. Спасибо за подписку. Так, у нас есть шоколадки, если что? Да. Здесь спасибо. Дима. Все. Все достигнуто. Блин, надо подписываться на него. А как так, ну, быстро? Спасибо. Ладно, сейчас новенькую поставим. Дима, это что? Это что? Да. Да. Ты можешь идти спать. Ну да, блин. А сколько ты еще будешь? Сколько? Час. Нет, может, часика пол еще посижу. Так, ладно, давайте тогда розочки. 20 розочек поставлю. Еще раз. Так, ну расскажите, что вы там. Что вы там писали? Дима. Такой мачо.